Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я вам хочу показать простой виджет, который позволяет делать параллакс вашего фона в программе Adobe Muse. Что это за параллакс? Смотрите, если я двигаю мышкой по своему фону, то у меня идет движение моего фона в разные стороны. То есть, если я мышкой двигаю влево, фон движется вправо. Если вправо, то влево. И также по этой оси, вверх-вниз, наш фон с вами движется. Это простой виджет, он не имеет настроек, но он очень прост и, возможно, вам пригодится. У меня уже был похожий урок по данной теме. Я там рассматривал другой, более сложный виджет. Но этот виджет тоже по-своему интересен. Мне он понравился тем, что у него намного больше идет вот проход картинки, когда я двигаю мышью. То есть в предыдущем виджете там есть небольшое ограничение. Нельзя выставить вот именно вот этот порог прохода картинки, пока я двигаю мышью. Здесь же это происходит за счет мозаики, то есть картинка, она как бы становится мозаикой, и она у вас никогда не выйдет за края. Ну, то есть, насколько бы вы мышкой не повели в край, картинка будет все равно видна. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как работает данный виджет. Как обычно, виджет я перетаскиваю на холст, и как вы видите, здесь у нас в настройках есть только одна ссылка «Добавить файл». То есть мы сейчас с компьютера добавляем любое наше изображение для заднего фона. Соответственно, у вас изображение должно быть большим. Моя рекомендация – это должно быть Full HD изображение, то есть это 1920 на 1080 пикселей. То есть вы должны подготовить ваш бэкграунд. Итак, я кликаю и с компьютера выбираю свой фон. У нас идет подгрузка. Следующее, что мы делаем, мы с вами виджет размещаем по краям и растягиваем его до конца нашего холста, так, чтобы у нас показалась ширина в 100%. То есть делаем резиновый наш фон. Ну и здесь уже вы нижнюю планочку играетесь в зависимости от вашего фона и вашей цели. Давайте сразу посмотрим в браузере. Вот, в принципе, все то же самое, то, что вы видели сейчас в самом начале урока. Попробуем еще планочку немножко вот так оттянуть. Вот здесь, видите, видно, да, внизу я слишком много растянул, и у нас видно вот эту мозаику, то есть переход картинки. Видно, что у нас идет повтор. То есть вы за этим должны проследить. Должны разместить так, чтобы у вас была одна литая картинка. Вот, в принципе, вот такой вот интересный виджет. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!